Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу пиратский узел. Как завязать пиратский узел. Пиратский узел — это еще с давних времен. Пираты спускались со скалы, и им надо было освободить веревку. Ну, это долгая история, бла-бла-бла-бла. В общем, сейчас покажу, как это делается. Берем, к примеру, ведро. Ну, сейчас это строительный узел называется. С тех пор еще пиратский узел остался. Теперь берем ведро, и нам нужно отпустить ведро вниз и освободить веревку. Как это можно сделать? Вот, глядите. Показываю. Берем веревку, делаем петельку вот такую. Продеваем в ручку. Короче, забыл, как эта команда называется. Короче. Команда из КВН. Короче, если что, я в караоке. Ладно, не в этом дело. У меня просто привычка такая. Короче, вот, берем петлю вот эту. Продеваем в ручку. Вот. Продеваем один конец веревки. Вот, вам видно, я думаю. И другой конец веревки в эту же петлю. Вот. И затягиваем. Вот, отпустили ведро вниз. Ведро вниз отпустили. И вам нужно освободить ведро. Тянете за другой конец веревки. И все, ведро освобождено. Кому понравилось, ставим лайки и подписываемся. Всем пока, удачи!